базе Саратовского почтамта, саратовских филиалов, ФПС Саратовской области, в почтовых отделениях у нас организована почта Деда Мороза, в которой у нас отправляется на ежедневной основе. Это специализированные ящики со специальным адресом, куда все желающие дети, взрослые могут допустить свои желания и отправить их Деду Морозу. Они доходят прямо в Великий Устюг. Для удобства около наших ящиков мы разместили специальные адреса, чтобы для людей было удобно, чтобы они понимали, куда отправлять. Ответы у нас приходят по-разному. То есть у нас и посылки приходят, соответственно, с подарочками. Во-первых, все мы понимаем, что Новый год – это волшебное время, да, время подарков, время все-таки сбывания каких-то мечт. Люди отправляют свои пожелания. Соответственно, кто-то получает и ответы. К Новому году у нас Почта России выпустила новые марки. Формат марки необычный, он круглый. Номинал 24 рубля. Соответственно, этой марки хватает для того, чтобы как раз-таки отправить новогоднее письмо Деду Морозу, простую корреспонденцию. Она у нас идет на самоклеющейся основе. Рисунок изображения снежинки с надписью «С Новым годом». Она своего рода коллекционная новогодняя марка. То есть на протяжении уже нескольких лет Почта России к Новому году выпускает различные виды марки. То есть в 2018 году это был выпуск марки со Снегурочкой. При наведении смартфона Снегурочка танцевала под музыку. В 2009 году это была елочка. В 2021 году это все-таки фасон снежинки. На протяжении 2020 года по всей стране было отправлено порядка даже свыше 221 тысячи. В том числе, естественно, письма Саратовской области. Блоковцы верят в мечту, но и дети верят в мечту. Конечно, мы все понимаем, что большая часть писем – это все-таки дети.